Здравствуйте! В эфире программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму». С каждым днем весна чувствуется все больше. А с весной мы ожидаем не только теплых дней, солнца, зелени, но весна пробуждает у нас надежды, надежды на лучшее. Так сложилось, что наша съемочная группа познакомилась с весной. Вернее, с замечательной девушкой, которая получила титул «Мисс Весна». И от этого знакомства мир стал светлее и добрее. А еще мы узнали историю мальчика Игоря, который мечтает о своем доме. Об этом мы расскажем в программе «Право на маму» 8 апреля в 18 часов 45 минут на телеканале «Самара ГИС».